есть тычки, но нет уже уверенных поклевок. Что делаем? Правильно, меняем блесну. Есть. Отлично вообще. На воблер. Классическая тема, друзья. Розовый воблерок. Да, этот цвет работает, будь здоров. На пенсию на последнюю, на платник приехал. Дед, ща пенсия в стране маленькая, ты чё? Я вон у бабки отобрал, чтоб форель половить. Опа! Раз, два, три. Вот это дед дал жару, а? Друзья, всем привет! Ну что, осень уже вступила в свои права, уже погода такая сильно переменчивая. То солнышко светит, то дождь идет, то ветер какой-то ураганный, достаточно зябко. Но мы продолжаем ловить форель. Сегодня очередной подмосковный платный водоем. Хочется большую часть времени попробовать половить на железо, но эта форель, бог ее знает, вдруг она вообще не будет реагировать на железо и придется ее опять ловить на силиконовой приманке. Разобрал снасти, переждал такой достаточно сильный ливень утренний. Сейчас пойду ловить и посмотрим, что из этого получится. Есть! Аккуратная поклевка. Ха-ха, спортивная навесочка, друзья. Ну что, как всегда, надо блесной поиграться было, поиграться. Эту рыбку мы отпустим, спортивная навесочка, прям то, что нужно. Я пробовал быстро ловить достаточно активными блеснами, нету потычек. Поставил вот Миу, она очень хорошо работает на очень медленной проводке. И рыбка буквально еле-еле прикусила. Сейчас попробую эту тему развивать дальше. Надеюсь, что это действительно тема. Опа, вот она сидит. Вот прям сразу буквально смена цвета. Не яркий, как мы привыкли с утра, да? А вот почему-то темное, темно-синее. Все на контрасте. Сейчас, друзья, рыбку отцеплю, покажу вам блесну. Что я сейчас сделал? У меня были поклевки на блесну весе 2,8 грамм. Я поменял цвет приманки, попробовал яркий, поклевок не было. Поставил вот такую вот. Синюю с черной подложкой, и она легче, друзья, она весит 2,2 грамма, казалось бы, 0,6 грамм, а уже блесна более медленно планирует вот в этом верхнем слое, где скорее всего сейчас и держится рыба, и сразу начались поклевки, и поклевки уверенные. Вот теперь второй момент, да, либо это вес блесны играет, либо это все-таки цвет. Сейчас поработаем в этом ключе и будем продолжать эксперименты. Есть тычки, но нет уже уверенных поклевок. Что делаем? Правильно, меняем блесну. Не надо зацикливаться, нужно постоянно менять. Есть. Отлично вообще. На воблер. На воблер. На воблер поймал. Эх, такая радость, друзья, потому что на блесны, ну, поклевки только на два оттенка, и они пустые стали. Классическая тема, друзья, розовый воблерок. Немножко только небольшая, с мелкой такой амплитудной игрой. Он заглубляется где-то полметра, ну, максимум метр, наверное. Именно в этом горизонте сегодня и происходят все поклевки. То есть она стоит полметра, максимум метр. Ну, конечно, классический жанр. Не хочу клевать я на железо, буду клевать на резину. Вон как заело. Прям первый же заброс поставил, и на резиночку она сразу клюнула. Легкая голова, плавная проводка в верхнем слое. Перешел на резину, и прям первый же заброс. Вот жара большая. Объемная приманка, планирующая, с маленькой головкой. И в верхнем слое, там, где были поклевки и на воблер, и на блесну, там же она ее искушала. Я думаю, что на резину будет гораздо сейчас веселее. Опа! Ну это-то не сойдет, я надеюсь, а? Уже дал немножко заглотить. О, закушала, будь здоров, рыбка! Ну вот, когда происходит такая ситуация, как сейчас,
рыба закровила, у нее пошла кровь. Мы ловим по принципу поймал, отпустил. Отпускать такую рыбу ни в коем случае нельзя. На соревнованиях такую рыбу нужно забирать. Сразу оповещайте судье или оппонента, что рыбу мы такую забираем. После этого она идет в зачет, ее можно уже класть на помост. Ее нужно умертвить, убрать в пакет. Потому что отпускать, ну, она не выживет. Кровь уже у рыбы пошла, заглотила резину глубоко. Поэтому эту рыбу мы отпускать не будем, друзья. Да, мы ее заберем, потому что это правильно. Друзья, ну, рыбалку продолжаем. Что хотел бы отметить? Я, наверное, часа два упирался в железо, упирался в воблеры. На воблер видел одну поклевку, поймал одну рыбку, на другие воблеры у меня поклевок не было. На железо, что самое интересное, работает легкое железо в весе где-то 2-2,2 грамма, и поклевки есть только на те блесны, которые имеют либо синий оттенок, либо белый оттенок. Вот на яркие поклевок нету вообще, но на железо она стала клевать все хуже и хуже, поклевок стало меньше. Я перешел по классическому жанру на резину. Поставил вот такую объемную приманку, это Mirex 70 мм, на легкой-легкой голове. Он очень медленно планирует, что позволяет его держать очень хорошо в верхнем горизонте. И сама вот эта вот, сам вот этот объем приманки ребристый, получается что? Что вот эту объемную приманку очень хорошо далеко забрасывать. Она сама по себе объемная, массивная и очень хорошо летит. Сейчас вся рыба клюет примерно с середины водоема. Вот явно у нее есть там концентрация. И если я отметил, друзья, что на железо только белый и синий оттенок работает, на резину, мне кажется, работает любой, потому что у меня были поклевки на белый, у меня были поклевки на двухцветный. Сейчас поставил вообще не классический цвет, зелено-желтый. Ну, то есть он не очень-то популярен, однако на него клюет. У меня поклевки на каждом забросе происходят. Рыбка маленькая, не удается ей закушать, как положено. Вот одна в итоге съела, закровила, пришлось ее забрать. Это я все к чему, друзья, что вот на резину цвет сегодня имеет вообще минимальное значение. И очень много приманок совершенно разноцветных. Ну, то есть есть двухцветные приманки, там черно-желтый, там черно-розовый, вот зелено-желтый. Не стесняйтесь пробовать разные цвета. Форель нужно удивлять. И если вот она клюет на резину, то постоянная смена цвета приманок, преподнося ей что-то новое, разноцветное, она обязательно реагирует. Вот сейчас поклевки, если на этот цвет закончится, я попробую повесить еще какой-нибудь цвет, скажем так, не классический, тоже двухцветный. И посмотрим, что из этого будет. Но я почти уверен, что клевать она будет. Опа! Есть! Она клевала, друзья, свалилась. Клевала трижды рыба. Причем, заметьте, на какой цвет. Цвет, который у нас вообще не популярен в стране. Такой цвет я подглядел в свое время на палтрауте у представителей Европы. Опа! И сюда! Да, сразу этот цвет поставил, а она опять на него среагировала. Вот такая вот небольшая рыбка. Опаньки! Свалилась. Да, этот цвет работает, будь здоров! Опа, есть. В этот раз на личинку сработало. На твиче. Опа. В этот раз, друзья, на твичинг небольшой личинки. Опа, ничего себе, вот это поклевище было. Тоже на твиче, на более агрессивном. Нравится рыбе сегодня, походу, более рьяная поклевка здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Еще себе. Рыбина-то какая злая. Да стой ты, подожди. И сюда я тебя отпущу. Опа. У меня стояла легкая голова. Сейчас я повешу голову потяжелее, с длинным крючком.
Она в два раза тяжелее. Червяк уже погрызанный, будь здоров. Но еще свое послужит. Опа. Да, на фазе падения она взяла. Опа. Все, и она сразу слетела. Мы ее отпускаем обратно. Тихо. Опа. Ну что, эксперимент дал свои плоды. Буквально 2-3 заброса, быстрый агрессивный твич. И на паузе произошла поклевка. Именно не в момент, когда я дергал, а в момент, когда приманка опускалась. Попробуем закрепить успех. Ну чё, сынок, поклевывает? На пенсию на последнюю, на платник приехал. Дед, чё, пенсия в стране маленькая, ты чё? Я вон у бабки отобрал, чтоб форель половить. Это домой без рыбы, если приеду, она ж меня выгонит нахрен. А тут какие-то спортсмены ловят, поймал, отпустил. Конечно, отпустил, ага. Бабка потом из дома выгонит, отпустила. Сейчас бы на пасту, да на доночку бы. Чекушечку открыл, выпил и хорошо. Этот спиннингист, кидай, крути постоянно. А вот если не ловить, по принципу поймал, отпустил, то все, уже было бы рыбы столько, что дед бы не унес домой бы. Бабка, правда, довольна была бы. Сказала, рыбы принес, пенсии нет, зато рыбы полно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Опа! Раз, два, три. Вот это дед дал жару, а? Раз, два, три. Ладно, если уж по-серьезному, без шуток, голову легкую поставил, потому что на тяжелую поклевки были, но очень пустые. Все-таки, чем голова легче, тем она более увереннее клюет. Ну и опять же смена цвета приманки. Какая-то прям злая попалась. Иди сюда. Опа. В листочках. Осенняя форелька. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Скажи привет. Привет. Вы смотрите передачу Fishing Today. С вами форель. Так, форель. Приманку мою отдай, форель. О, смотрите как, послушная какая рыба. Отдала сразу. Опа. Ну вот так вот мы и развлекаемся. Постоянно что-то меняешь, цвет приманки, вес головки, и рыба клюет. О, так, ну-ка на. Опа, прикинь, клюнула сразу. На всплеск. Хе-хе-хе-хе. На червячка-то, а? Сразу плесканулась, туда приманочку подкинул, прям как жереха ловил. Она взяла в этот раз на червячка. Постоянно, друзья, надо что-то менять. Прям постоянно. Поменял силиконовую приманку на абсолютно другую модель. Маленькая рыбка. Так, сейчас она сама уже отцепилась. В этот раз на червячка он сполз, конечно. Эту мы селедочку отпустим. Вот постоянно форель на рыбалке. Все надо менять. Силиконовые приманки менять. Цвета менять. Веса головок менять. Как только что-то меняешь, сразу ловишь рыбу. Перестала клевать, опять надо что-то менять. Вот это самое главное в этой рыбалке. Никогда не зацикливайтесь. Постоянно экспериментируйте. Меняйте, меняйте, меняйте. Ищите рыбу заново. Она будет обязательно отзываться. Как это и произошло сейчас. С червячка мы подправим. И та-да-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-да-дам. Форель среди желтых листочков. Иди сюда. Опа. Зачем ты мне червячка испортила? Ай-яй-яй.
прям в лед вообще поменял на белую личиночку и сразу поймал. Ветер стих, форель среди листочков. Опа. А? Красота какая. Отдай приманку. И плыви. В этот раз на маленькую личиночку беленькую. Ну, короче, меняешь цвет приманки. Рыба сразу реагирует. Цвет, форму. Единственное, что сегодня не меняется, это горизонт ловли. Верхний горизонт, первый даже полметра. Сейчас как ветер стих, она вообще, не боясь, уже клюет прям под самой поверхностью. Ну что, друзья, сегодняшнюю рыбалку заканчиваю. Краткие итоги каковы? Первые часа два ловил на железо и на воблеры. Очень мало поклевок, форель выборочно клевала, так выбирала почему-то белый цвет и синий. Но поклевки были настолько аккуратные, стоило переключиться на силикон, ну и прям жизнь наладилась, столько поклевок. Ловил вот на силикон, вот целая коробка у меня здесь всего разного, друзья. Это Trout-Bait Jarro. И отлично сегодня вначале работал двухцветный Mirex 70-й. Постоянная смена цветов приносила поклевки. Потом я перешел на бокстер. Червь также давал результат. Опять же, смена приманки, смена проводки, есть рыба. И в конце поймал на маленький Mirex 50 мм. Тоже рыба клевала. В целом, самая главная тема была в том, что рыба находилась в верхнем слое, буквально полметра, метр от поверхности. И постоянная смена приманки, смена веса головок, смена амплитуды движения силиконовой приманки приносила результат. Буквально 2-3 поклевки, что-то меняем, опять 2-3 поклевки, что-то меняем. И вот в такой вот, скажем так, ноте сегодня ловил рыбу, получил колоссальнейшее удовольствие. Сейчас пока вся форель наверху, а это значит, что вода еще теплая, но все изменится. Когда вода остынет окончательно и предледоставное время форель опустится на дно, там уже будет совершенно другая история, о которой я обязательно расскажу в очередном выпуске Fishing Today. А на сегодня все. Всем счастливо. До новых встреч. Жара рулит. Леха! Ты бабки-то наловил рыбы-то, ема! Поехали домой.